все субъекты Российской Федерации, ну, логично, да, должны иметь границы. Эти границы должны в соответствии с координатами внесены в единый государственный реестр недвижимости, который подведомственный Росреестр. Еще в 2019 году был заключен контракт на установление границы Чукотки. Но возникли сложности, связанные с определением координат. Описательная часть была подготовлена, однако установление координат точных в связи с особенностями рельефа, водными объектами, да, а также горной грядой, очень сложно было установить четкие координаты по этому описанию. Вот. Тем не менее, в этом году, благодаря четкому взаимодействию с управлением Росреестра по Камчатскому краю и по Чукотке, был все-таки составлен, был составлен картоплан и внесены координаты границы между Камчатским краем и Чукоткой. Благодаря этому будут установлены не только границы Камчатского края, но и границы муниципальных районов. Соответственно, можно будет эти земли приграничные увлекать в экономический оборот.